Привет всем, кто зашел на мой канал. Сегодня я буду расписывать вот такую декоративную досточку. Она мне загрунтована матовой коричневой краской, уже давно лежит, никак у меня руки не доходят до нее. Рисунок я решила сделать вообще от руки. Цветной, разноцветный. Все досточки декоративные, которые я дарю, когда предлагаю кому-то, ну, например, выбрать, вот говорю, у меня вот такой есть товар или предмет вот такие. Выбирайте на свой вкус и цвет и желание. Почему-то все сразу выбирают вот именно, которые разноцветные, которые яркие. А я же в последнее время все рисую двумя-тремя контурами, и как-то мне уже больше и нравится. Но у меня очень много контуров, которые уже залежались, которые нужно применять. Целая вот коробка. И есть же вот эти вот, которые вот фиолетовые, желтые, мятные, еще какие-то. Так редко их беру, редко применяю. Поэтому решила я сделать обычный рисунок от руки. Придумывала, не думала, что я не буду ничего придумывать, а потом что-то раз опять мне в голову стукнуло, думаю, дай-ка я нарисую вот эту линейку, перекладывала с места на место. И я сделаю несколько кружочков. И вот уже эти кружочки я буду обыгрывать разными загибулинками. Ну, основа будто бы вот будет состоять из кружочков. Рисую я белым карандашом на меловой основе. Мел тут. Он, конечно, не такой, как, например, карандаш по стеклу и керамике. Он твердый, но вот обычный, как мел. И вот на таких поверхностях он рисует очень-очень хорошо. Сама даже не знаю, что получится, но сначала обрисую круги, а потом какими-нибудь загибулинками разноцветно. Будет очень-очень разноцветная у меня досточка. Очень. Чтобы применить разные цвета. Нарисовала, смотрю, думаю, о, мне уже нравится. Уже красиво. Так, ну что, все, наверное, хватит. Ну, вот так и оставим. Все, теперь берем самые-самые разнообразные контуры и начинаем их. Начинаем всю поверхность закрашивать.
такая симпатичная дощечка у меня получилась. Мне даже она нравится. А знаете почему? Потому что мне сегодня пришли свеженькие контуры. Вот, целая гора нового добра. Но так как я собираюсь делать декоративные тарелочки, я немножко буду подкупать уже контуры для объемной росписи, типа там, что вот жемчужины делают контурами, там разные эффекты. И как раз я, заканчивая эту досточку, пришел товар, я получила. И вот в нем был вот такой гель, прозрачный гель. Я его заказала, думаю, посмотреть. И вот этим прозрачным гелем я заполнила все пустоты. Вот видите, это прозрачно, как будто капельки. Это не лак, это вот именно вот этот гель. Этот гель будет давать очень интересный эффект. И еще взяла контур Дикола с золотыми блестками. И вот этим контуром я вот потыкала вот между крупными прозрачными, чтобы, думаю, здесь же сразу посмотреть, как это будет. Ну, смотреться будет красиво. На декоративных тарелочках это будет очень даже неплохо смотреться. Еще фуксия. Новый цвет не было. Так-то вообще в Таире столько цветов, столько, ой, как их там много. Я и не беру там, и металликов очень много. С разными эффектами тоже есть. Вот я посмотрела, вот мне нужно было с золотыми найти, но вот золотыми не нашла, может быть, и потом бы и было. Взяла Диколу. Ну, в общем, всегда я работала только обычными простыми цветами, обычными контурами. Каких-то спецэффектов я никогда не делала, и как-то можно сказать, что я и не хочу этим заниматься. Но просто раз у меня есть канал, значит, надо уже как-то заниматься этим, дальше продвигаться, потому что одно и то же расписывать уже как-то и неинтересно. Все равно зрители хотят, наверное, видеть уже что-то новое, что-то интересное. Я купила также тарелочки, тоже сегодня пришли. Сейчас я следующую начну расписывать тарелочку. Буду ее делать с красками. Смотрим, как это будет. Как у меня все это получится. Ну, а на этом я буду прощаться. Дощечка очень симпатично получилась. Такой тоже, наверное, какой-то космический, как у меня называют, рисунок. Какой-то непонятный. Ну, не знаю, мне даже самой понравилось. Обычно бывает, что я часто свои работы недооцениваю вначале, а потом вроде понравится. Или наоборот, вначале нравится, а потом почему-то не очень. Не знаю как, но досточка мне это нравится, симпатично. Так что, видите, даже и с 20 цветами тоже красиво получается. И 2-3 можно применить, и одним цветом можно поработать, и все 20 применить. И тоже красиво получится. Ну, на этом я заканчиваю. Спасибо, что смотрите, что слушаете меня. Спасибо, что пишете комментарии. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, вместе с вами мы будем учиться, что-то делать, что-то творить. Интересные работы будем. Очень нравится, что очень-очень много уже женщин пошли в магазин, купили контуры или заказали в интернет-магазинах и начали потихонечку создавать красоту. Очень много мне пишут ВКонтакте и в Одноклассниках. Спасибо, девчонки, вам за это. Спасибо за ваши работы. Я, кстати, ваши работы очень жду. Обязательно мне присылайте, не стесняйтесь. Мне очень нравится, потому что от вас я тоже какое-то вдохновение черпаю. Ведь все равно идеи откуда-то ведь надо брать. У кого-то так голова работает, у кого-то по-другому. Посмотришь завитушку, вот оттуда можно, вот тут так можно, вот тут так. Рисунок уже складывается какой-то в голове, так что присылайте свои работы. Я очень-очень довольна, когда кто присылает. Я всем отвечаю, никого не забываю. Ну все, на этом будем прощаться. До новых встреч!